Мои хорошие, привет всем, с вами Светлана Та, и я, как обещала, нахожусь на набережной. Прошлась я очень далеко, сейчас возвращаюсь, и что вам хотела показать. Вот так растут финики, мерсини. Вы знаете, что деревья прямо переполнены все, посмотрите, этими финиками, вот так они падают. И они должны еще дозревать. Но, а вот они спелые. Вот такие можно кушать. Эти никто их не кушал. В том году, знаете, что я сделала? Я собрала с мужем, наверное, около 10 килограмм. Смотрите, они спелые такие, настоящие, полезные, полны витаминов, минералов. Вообще бесподобная, полезная вещь. Но никто их не собирает и не знают, как кушать. Вот я вот в том году собрала вот так на каждом дереве. Там уже поменьше, они падают спелые. Там дальше вообще красота какая. Ну, я вам что хотела показать именно. То, что... И рассказать одну историю с ними. Вы посмотрите. Посмотрите, вот на каждом дереве у них эти финики, и они не знают, как их кушать. Там дальше уже такие спелые коричневые. Так вот, в том году я вот так вот с мужем приходили, с мечом сбивали их, собрали около 10 килограмм, все люди приходили, спрашивали, что это такое и с чем его едят. Я всем объясняла, они начали собирать. Так вот, я собрала, их нужно высушить, подсушить и дозреть, которые вот такие красненькие еще. Нужно, чтобы они дошли до такого цвета коричневого. И они у меня лежали на балконе, но их нужно по-другому сушить. Поэтому половина испортилась. А кушать они очень калорийные, их много не покушаешь, и много сахара в них содержится. Поэтому я, мои хорошие, их приготовила с них, как вы думаете, что? Варенье! Наверное, 5 литров варенья у меня вышло, я раздала свекрови моей золовки. Ну, знаете, что какое варенье? Конечно, своеобразное, но если откроешь банку, то нужно ее съесть сразу, потому что и испортится, прокисает сразу. Я уже и второй раз переварила. Вот и больше желания нет его и готовить, и пробовать. И вот такая была история с этими финиками. Вот так вот их много здесь растет, и никто не знает, как их пользоваться, понимаете? А мы покупаем финики в этих магазинах, а они обработаны каким-то химическим веществом. Представляете, мы это едим. Но без обработки они не сохраняются. Вот, посмотрите, падают, полно их, никто не ест. Но я в том году, как ненормальная, собирала. А сейчас уже все перегорело. Вот такой вот он должен быть. Посмотрите. Спелый. Ну, сейчас даже у меня нет желания их пробовать, ничего. Вот такая история с этими финиками. И вот так растут финики на пальмах в Мерсине. Надеюсь, вам это понравилась история. Ну, я пошла дальше гулять. Друзья мои, хотела показать вам, какие пенсионеры в Турции. Посмотрите, какие пенсионеры ухоженные в Турции. Приятно на них смотреть. Все смотрят за собой, одеты хорошо, потому что здесь хорошая зарплата у людей. Поэтому и приятно смотреть на них. Ну, не все, конечно, но в основном здесь такие все. Я посмотрела, вот не могла, чтобы не остановиться и не показать их вам. Все такие стильные, мужички, женщины. Вы знаете, они вечерами собираются, еще ходят на танцы. У них своя жизнь. В общем, мне это очень нравится. Детки играют в футбол. Красивый Мерсин. Посмотрите, как кошка играет со тараканом. Он от нее убегает, а она его не кушает, а играется. Какая прелесть. Нашла себе, с
кем поиграть. Перевернула его. А он, посмотрите, посмотрите его. Как делает. Чё, Гюзельсин? Кошиёр, кошиёр, убегает, убегает. Наверное, ей не понравился на вкус. Ушла. Иди ты.